Государственная киностудия «Ялтафильм» начала работу над новым документально-игровым сериалом «Обратно в Крым». Сейчас уже готовы 4 фильма из этого цикла. Наша съемочная группа побывала на презентации этого проекта, которая состоялась в Ялте. По словам директора ялтинской киностудии Сергея Поспелова, основным смыслом сериала «Обратно в Крым» является привлечение интереса к нашему полуострову как жителей Украины, так и иностранных туристов. В цикл входят фильмы, рассказывающие о городах Крыма и расположенных в них санаториях, гостиницах, памятниках истории и культуры и многом другом, что может привлечь внимание отдыхающих. Естественно, что съемки такого сериала требуют затрат не только творческих, но и материальных. Однако финансирование проекта происходит не из бюджета республики, а за счет его участников. По древней легенде, отличные приходы, измученные ночным штормом, на рассвете увидели эту тихую гавань и радостно закричали: «Ялос! Берег!» Киностудия – это не бюджетная организация, а государственное хозрасчетное предприятие, поэтому, к сожалению, мы можем располагать только на собственные силы и ресурсы, ну а также на те средства, которые мы в процессе нашего производства привлекаем. Несмотря на продолжающийся экономический кризис, по-видимому, для ялтинской киностудии тяжелые времена заканчиваются. Заключен договор с киностудией имени Горького, что открывает новые перспективы для работы. В Киеве утвержден проект кинофестиваля 99. Это мероприятие тоже должно привлечь отдыхающих. Напомним, что первый фестиваль состоялся летом прошлого года. А нам остается надеяться, что все это принесет ожидаемый результат, и следующий курортный сезон будет удачным.